Недавно я прошла авторский курс Марии Райсвих «Гармония в платке». Что же я узнала? Итак, на первой неделе я узнала, почему теория цветотипов не работает, разобралась, что такое подтон кожи и контраст, и теперь с легкостью хожу на шопинг и выбираю те аксессуары, которые идеально подходят к моей внешности. На курсе я смогла увидеть себя по-новому, совершенно другими глазами. Вторая неделя посвящена теме фигура. Мария рассказала о способах визуальной коррекции фигуры, помощи платка и при помощи одежды. И как носить платок, интересно. На третьей и четвертой неделе мы с Марией разбирались в основах теории цвета. Как вы думаете, какая цветовая схема применена в этом образе? Выглядит классно. Уроки были очень интересные, занимательные, веселые, от которых получила удовольствие я и даже вся моя семья. Мы выполняли задания вместе, и это был невероятный творческий процесс. Теперь я знаю все о сочетании цветов, о цветовых схемах. Я даже поменяла в своем доме шторы и перекрасила стены. Теперь я с легкостью комбинирую одежду по цвету и могу даже посоветовать подружкам на шопинге. На пятой неделе я узнала, как подчеркнуть внешность цветом, как усилить цвет глаз и как сделать волосы еще более яркими и сияющими. Подруги спрашивают, каким кремом я пользуюсь, а секрет прост – правильный выбор цвета и правильный выбор аксессуаров. Шестая неделя курса «Гармония в платке» посвящена базовому гардеробу. Теперь я знаю, что такое правильная инвестиция в свой гардероб, что такое долгоиграющая база. Теперь я не покупаю вещи однодневки. Стоимость курса трижды окупилась на первом же шопинге. Теперь я знаю, как не слить бюджет на неосознанные покупки. Теперь я могу сама простроить свой гардероб. На седьмой неделе мы разбирали формулы образов с платками. Также мы поговорили о сочетании принтов и о формулах, с помощью которых легко можно сочетать принты. Мария разработала математическую формулу сочетания принтов, с помощью которой материал легко и просто усваивается людям даже не из творческих профессий. Я была удивлена, насколько легко и быстро можно научиться такой сложной стилистической теме, как сочетание принтов. На восьмой неделе курса мы говорили о том, как не превратиться в тетку, про тренды и антитренды, о важности зачистки своего гардероба. Мария рассказала, как можно это сделать самому. Я избавилась от огромного количества балласта, который мне был совершенно не нужен, портил настроение и занимал пространство. Я вдохнула новую жизнь в свой гардероб, а те вещи, которые мне не нужны, пригодятся кому-то еще. На 10-й неделе Мария рассказала нам о ключах стилизации платков. Платки ведь можно носить совершенно по-разному, самыми разными способами. Но что значит та или иная намотка платка? Знать себя, свои особенности, свои сильные и слабые стороны – это невероятно мощное оружие. Первая часть курса была посвящена внешности, вторая часть курса посвящена глубинной работе над собой. Мария провела совместный урок вместе с психологом. На этом уроке я узнала свой тип темперамента. Очень много информации мне открылось о самой себе. Теперь я знаю, какой цвет и принт лучше отражает мой характер и мое настроение. Также я могу управлять впечатлением и могу выбирать тот образ, который наиболее уместен в той ситуации, в тех условиях, куда я направляюсь. На 12-й неделе мы разобрали тему ДНК стиля и ДНК платков.
Также мы научились подбирать одежду к платкам, либо наоборот, платки к одежде. Теперь мой гардероб находится в полной гармонии. Все платки подходят к моей одежде, и вся одежда подходит к моим платкам. Для максимального результата от этого курса нужно, конечно же, выполнять все домашние задания. Одно из финальных домашних заданий – это составить табличку с внутренними и внешними факторами. Когда я ее прописала, мне стало все понятно про уместность, про гармонию, про мой внешний вид, даже про мои цели в жизни и куда я направляюсь. Финальные уроки объясняют нам законы построения капсулы, особенно учитывая гардероб тех девушек и женщин, у которых много павлово-посадских платков. После этого урока я смогла самостоятельно составить себе капсулу на сезон, учитывая все те параметры, которые я узнала на курсе. Свой подтон, дали мне коррекции фигуры, как подчеркнуть внешность цветом, как выглядеть актуальной, что значит тот или иной способ намотки платка, какой мой характер, ДНК моего стиля, уместность, куда я направляюсь и что я хочу. Все это сложилось в одну большую цельную картину, как элементы пазла. Теперь при выходе из дома я чувствую гармонию внешнего и внутреннего. Я понимаю, что я уместна, потому что я заранее продумала свой образ и заранее подумала о том, какое впечатление я произвожу. Этот курс для тех, кто любит и ценит себя, кто хотел бы и готов познакомиться с собой настоящей, кто хотел бы поменять что-то в своей жизни, а возможно все. Кто хотел прикоснуться бы к себе прекрасной, к новой версии себя. Этот курс для тех, кто хочет проживать каждый день эстетично, гармонично и наслаждаться своим отражением в зеркале. На этом курсе произошли изменения не только физические, ощутимые, которые можно потрогать и которые видно, но также произошли и глубинные трансформации, о которых знаю только я, которые задают новый вектор развития меня и моей жизни. Этот тост за вас. Хочу рассказать свою миссию, для чего я вообще создала этот курс. Я в какой-то момент поняла, что я просто должна поделиться теми знаниями, теми навыками, которые у меня есть. Ведь каждый из вас заслуживает и достойна всего самого лучшего. И я призываю вас в любой ситуации выбирать себя, себя настоящую. И в своей собственной жизни быть главной героиней и быть звездой. Ведь это ваша жизнь. Вы пишете сами сценарий своего фильма, то есть своей жизни. И главная роль должна быть отведена именно вам. Этот бокал за каждую из вас. Спасибо за то, что вы со мной, мои дорогие девочки, в течение всего этого времени. Я люблю и ценю каждую из вас, каждый ваш комментарий и каждый ваш просмотр. Целую и обнимаю. До новых встреч!